И чё? Дальше? Чё, и чё? Глазами чё? Бегает. У меня тут два звука. Пустите меня, Deep House. Не все за, я хочу на Бали, там море туз. Тихо. Май гад. Что-то я так давно не играл за монаха. Ё-моё. Не надо было... Ой, блин. Чё ты? Не надо было играть так много. Чё? Я говорю, не надо было... Ой, играть так много. Чё случилось-то? Да ничего. Вспотел я. Хотел сказать, дрочи. Ой, блин. Блять, доходит нос. У меня давно прошло. Макс. Скажи мне какой-нибудь красивый скин вообще. На чё? На ножик. На ножик? Да. Блять, на ножик. А какой нож? Любой. Нож любой, значит, да? Да. Нож. Ну, не знаю, обычный. Штык-нож и этот гамма-волны изумруд. Не, штык-нож гамма-волны, да. Все, мы договорились. Сейчас посмотрим. Я долго где-то заходил. Да, я выходил, потому что... Еще потом подружке писал. У тебя сколько выполненных миссий? 54. Я даже не знаю, сколько у меня выполненных миссий. У меня 29. Ну их много, я знаю. Я уже половину прошел. Взорвите 10 нефтяных бочек, да? Нет. Ну я копить хотя бы 30. У меня она выполнена. Я знаю. 15 минут. Я делаю все, что хочу. Блин, надо послушать. Зараз слушать, пока играю. А что я? По-моему, все же уже знают. Че? Начало все знают, наверное. Кого? Да Диабло третьего. 40 звезд осталось мне собрать. Собрал уже 60. За два дня. За два. Ну тут у тебя просто все миссии открыты, а мы тогда ждали их каждый раз. Вот и все. Два дня. Дебил я такой. Здесь мне выпадет баба. Угу. Седая. И мы тебя будем кидать по кругу. Да, конечно, я вас раскидаю, блядь, по кругу. Ебать, как ты не смешно пошутил. Ой. Слышь? Да, слышу. Я не помню, тут есть, блядь, тут. Именно здесь Диабло, владыка впервые завладел человеческой душой. Именно здесь я наконец обрету ответы на те вопросы. Так. Да, да. А сейчас не понял, ты поканул? Угу. Сейчас, подожди. Тебе что-то не нравится? Если что, подключишь. А, семейла, yes, yeah. Ола, ла, 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 ола, ла, ла, ла. Балей. Я просто миллион вкладок на телефоне запущен. А, ебать, я вышел. Сейчас, подожди. Как ты вышел? Пригласи. Где? Пригласи. Я бы насмерть. Нахуя? Зачем тебе бы насмерть? Выполнить что, нельзя, что ли, блядь? Что ты хочешь я, выполнить? Позвал меня в запретную зону, я открыл. Так ты вышел. Я открыл. Ну, потому что, блин, я её пошел сразу. Прикольно ты придумал, я же сказал, сейчас зайду. Ладно. Чё это?
Мне ничего не падает. Ни шмоток вообще никаких. Да отъебитесь вы от меня, блядь, долбодёба. Долбодёба. Духа не хватит. Духа не хватит. О, сколько монет. Давай сначала. Да блин. Че шмотки-то не падают? Че не умер, блядь? Да вообще пипец. Голя голимый. Вы серьезно, блядь? Второй сундук. И ни одной шмотки. Печально все. Нет повести печальнее на свете. Да, блядь, ну как они перестреливают? Я, блядь, с эмки нахуй стою, блядь. Так. Чё ты тут делаешь? Наконец-то. Хоть что-то выпало. Так, блядь, не это. Нет, и тени. Тени скважины. Просто давай поставим. Все, игра сломалась. Нет, сломалась. Ой. Одни деньги. Да, блядь, ну что это за еблан это играть в эту игру, блядь? Да, блядь, ну, сука, еще кресло ебаное. А нефиг играть на ноупраймах. Алло, игра! Прием, гараж! Да что ты нам там орешь? Ты что нам орешь? Чтоб не пели, когда играли. А кто поет? Коля пел. Я вообще-то молчу. А я пью. Молчи там. Блядь, все молчат нахуй, ты еще так кричать. Сейчас молчишь. От этого пиздел. Ой, блядь, ну... Да сдохнет, нуба! Дайте хоть какую-то шмоточку, блядь, и получше уже. Тут вообще пиздец какой-то. Блядь, это точно сука на Prime, блядь? Да, блядь, ну ты долбоёб! А что тебе должно быть смущать на Prime? Блядь, я вижу, блядь, какие додики играют в эту игру, блядь. Да съебал ты нахуй, додик, блядь! Да блядь, откуда ты взялся? Ты чё бомбишь? Долбоёб, он вот бегает! Ой, блядь, лук. Блядь, как это, сука, бесит, да блядь! Да съебитесь вы нахуй! Блядь, у меня же нервы сдают, иди не маг. Так не надо, не бомби. Просто не играй на ноупраймах. И всего. И всего. Че я взял? А, ботиночки. Хоть не босиком бегать сейчас буду. Шла вон. Так, что я тут еще можно-то забрать? Блять, это долго я буду проходить. Да я буду долго проходить, если бегать все. Как я люблю.
Фу, как вас много. Получи пизды. Серьезно, вы мне дали шмотки. Мне все за, я хочу на Бали. Так, я забыл. Ладно, пусть так будет пока. Не. Я более не могу отрицать истинную природу зла, что скрывается в катакомбах собора. И правда, 150. Это невыносимо своей чудовищностью. За происходящим стоит сам... А, я забыл, что это. Банагенс. Владыка ужаса. Бля, как я не помню уже все эти. Ух ты. Ай, блядь. Погреб этот помню. Тут ничего нету. Блять, или лучше тот взять все еще. Не, не. Лучше, блять, буду этим кулаком. Че, падла? Так. Это хуже. Ладно, урона больше. Это хуже. Блять, урон минус, но зато стойкость будет. А мне пока это не надо. Мне надо, чтобы дамажил, чтобы убивать быстрее. Не помню я это место. Точнее, не место, а вот это хуебало. Спасибо за помощь. Может быть, поговоришь с Лией? Она все рвется идти спасать своего дядю. И это правильно. Ой. Помогу ей найти его. Кто? Да, пошли. Побыстрее надо уже тут проходить. Я открою ворота. Быстрее. Мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькая. Оп. Что случилось с твоим отцом? Оп. Мне сказали, он был великим воином. Так, тут... Да, блин. Такого вообще ничего не падает. Ты че себе проходишь вообще? Или ты просто на ДМе? Смотри. Тут есть подвал. У твоей матери было много секретов. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не верила слухам. Там. Ну. О, кушак. Восстанавливаю основные второстепенные повреждения, восстанавливаю. Ну, это, конечно, лучше будет. И чаще вып... А, и все. Больше ничего. Я разыщу твоего дяди. Спасибо тебе. Да. Вчера вечером ко мне приходил Айн. Долгие годы дядя обходил именно с ней, знаю. Все. Так.
потому что у меня тут... Боги ко мне благосклонны. А тут я... Блять, не помню, что это за умение. А куда Кулев ушел? Это прикольно, да. Да. Я вспомнил. Это можно вот так вот просто взять. И все. Быстрее, быстрее, быстрее. А уже пятый уровень? У меня уже пятый уровень. И я все. А чё так быстро? Тристрамский собор. О, а у меня не было тут сундука. Арбалет. Ну, это, конечно, лучше. Да, бля, да ёбаный в рот, ну... Нахуй ты меня стопит, додики. Ой, извини, Макс. Опять вырвалось. Это всё, блядь, ёбаная хуйня. А ты чё делаешь-то? Ну, блядь, мне еще такая же наклейка выпала. За 30 рублей вроде. За 40. Ты что делаешь? Я операцию прохожу. Какую, что делать надо? Че, это? Тут, да. Самое. Самое число, когда ты крутишь ее. Я понял тебя. Да? Да. Понял, а что не... понял, что ни хрена не понял. А еще у меня палец пахнет. Не топыри. Да, иди сюда. Че у меня такое? Ничего себе. Ничего себе. Ну-ка. Ну-ка. Я не могу постичь. Совершите 200 убийств. Везде эти 200 убийств надо сделать, совершить 200 убийств, режим двумя смертями. Чё опять? Какие 200 убийств? Тут... Операция. Ещё где он самая лёгкая за... У меня мало духа. Как так, мало духа? Совершите 3 ножа, 3 убийства ножом. Ну, это надо с кем-то. Постараться, нам надо постараться. Расположен к общению. Мне удалось выяснить, что этот орден был основан 200 лет назад, как раз тогда, когда Ракис повел свою армию паладинов на запад. Но эти крестоносцы отправились на восток с совершенно иной миссией. Так, сейчас будем... Проклятый сундук лежать. На, за время будут убивать всяких мразей. Давай. Давай. Все что ли? Давай, я должен успеть его пройти. Давай. Бэнг. Четыре волны, ты чё гонишь, что ли? Ты просто, это же нереально пройти было. Ну, блядь, мы его заебали. Ну и...
Сейчас долбоёба. Ебой. Да ну, блядь, меня ж резанул. Да блядь! Кого ты резанул? Так, это байда. Седьмой уровень. В том-то и дело, то, что я всех уже резанул. Так, монахиня, скажем, даром создает электрическую волну, поражая всех противников, родившихся метров, становится ли наносящий урон в размере 123 удар, отбрасывает противника. Ну ладно, да, возьмем. А тут что у нас? Монахиня опыляет лишь огненным выхом. Теперь можешь нормально поиграть. Да, это возьмем. Мы татары, мы татары. Да я знаю, что ты татар. Не обязательно это всем говорить. Меньше знают, крепче спишь. Так, а куда мне можно сходить? Да. Так. Что у нас тут? Не тыпыри. А, блять, убили нахуй. Какое? Нет. Что вообще произошло? Что я делаю? Побоище. Арбалет мне дали, арбалет. Арбалет мне не нужен. Ууу, опять ты. Блять, не успел. Ну ладно, что, взрываем все и всех. Мое имя Лахданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном короля Леорика. Чуть-чуть. Правдой служил я своему монарху и родине. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Угу. Прикады? Почему он остановился? Бегите, давайте сюда. Так, мы пойдем тогда сюда. Ебать ты малосольный огуречек. Почему малосольный? Малосольный огурец играл, прикинь. Да? Почему огурец? Да. Почему огурец? Почему малосольный? Мало в детстве пиздили. И батя на него сал. Я только сейчас там придумал. Красава. Я знаю. А я понял, что я пришел по основному квесту. Лол. А я скины могу уже продавать, прикинь, на торговой площадке. Только передать не могу, а продать могу. А почему? Так продавать. Счет зарофл. Продавать-то можно, а передавать нет. Нет, именно когда первый аккаунт создаешь и деньги закидываешь, там типа дается. Ну, бан. Бан. Но и он снимается при покупке чего-то на $5. Ну, если ты на аккаунт закидываешь $5. Ну, а там еще ограничение. Нет. Ну не ограничение, типа. Ограничение это снимается. Можете продать. Ограничения снимаются после того, как ты тратишь $5. Я закинул. Ну, все, у тебя ограничение снимается. Нет, я не мог продать, типа, на торговой площадке из-за того, что типа там была какая-то фигня написана. Сейчас ее типа нет. Ну не знаю, может, все спало.
Может, там просто не сразу оно это пришло, это по. Ну, это... Да нет. Я же операцию купил. Ну, я говорю, может, не сразу, там, может, вот сейчас сколько, 2 дня прошло и все. Я думаю, может, хватит уже играть, но. Никогда не хватит. Хочу спать. Ты хочешь меня одного оставить? Ну, этот Коля. Где Коля? Я тут. А чё ты молчишь? Я тут. Ты тут? А шо это мы молчим? Ладно, в SimCity зайдем. Зачем тебе SimCity? А у меня там вообще знаешь что? Нет, не знаю. Ну и хорошо. Я и спрашиваю, зачем тебе. Может, в танки зайти? Ну, можно в танки зайти. Что там делать, Лич? Почему нечего? Есть что? Ну, есть что, но нечего. Колян, я все дома прокачал. Представляешь? Извиняюсь. Так, все, я прошел. Все, прошел. Всю локацию. Почему не переворачивать? Перевернись. Что-то я быстро прокачиваюсь так. У меня уже 7-й уровень. Башня была открыта. Давайте скачаем Paladins. Это что такое? Это как Overwatch, только в Steam и бесплатное. Как Overwatch? Че, скажи, что ты не знаешь, что такое Overwatch. Нет. Ты пиздец, конечно. Что я вырос так на меня расстроил. Так меня расстроил. Я вырос на GTA San Andreas. GTA? GTA Vice City. Я на GTA 3, Need for Speed Underground. Что еще? Crazy Taxi. Zuma, как достать соседа. Что-то еще, короче. Вообще моя самая первая игра, в которую я поиграл, это была вроде как. Я не помню. У меня самая первая игра была, если вообще самая первая. Это у нас был комп еще на 98-й винде или на 95-й. Блоки ломать, короче, шариком. А там как-то называлось, я не помню. А зачем на мой... Зачем метеорит падает на мои дома? А ты знаешь, что в SimCity так игра, короче, она против ядерной энергии. Как ты только ставишь АЭС, у тебя начинается всякая жопа. Она взрывается там. Короче, всякая вот такая байда. Вот у тебя все может идти нормально, но вот как только ты установишь АЭС, все, пиздец. Можешь даже проверить это. А у меня электростанции стоят. У меня все самое дефолтное. Но я говорю, а ты поставь этот АЭС. Потому что я все потратил на парк. Красивенький. Я бы тебе показал свой город. Нет, сделай скриншот, покажу. Похуй, потом посмотрю. Это прям много играл мне? Кого? SimCity. Нет, это я в него вообще не играл. Я просто знаю. Так куда там надо заходить-то? Чё говоришь поставить? АЭС. Атомная электростанция.
Если вы живете поблизости, просто не обращайте внимания на этот зеленый светильный здание. Я здесь сейчас говорю, ты как только... У тебя сейчас все, все хорошо, все идеально, всем все нравится. Но как ты только поставишь шерсть, все пиздец начнется. Почему мне страшно стало? А ты не боись. Прям на все настолько но, все страшно? Ну не настолько все страшно, просто она будет работать, работать, потом какое-то время пройдет, у тебя там начнется всякая залупа, она там взорваться может, а если она взорвется, это пиздец, считай, там радиация, все вот это залупа. Не буду стоять. У меня денег на нее нет и ничего. Все, зашел, посмотрел, вышел. Зайди ко мне на стрим, зайди, посмотри. Сейчас Twitch. Twitch. Да можешь вон просто в этом. В ВК это. Через ссылку зайти. А что мне тут надо, что там? Че? Не, ничего. Ну, может вот эту взять, но она... Она сразу же, по-любому, наверное... Я найду лучше её, так что смысл пока... Это лучше, но тоже найду, это тоже лучше. Этого вообще нету, так что... Ладно, ничего пока не надо здесь. Плетеный шкаф. Питомцу. О, у меня нифига, у меня питомец есть. А ты что не сказал то, что это? Чё? Чё, подожди. То, что у меня этот, когда я вот так вот дышу, меня слышно. Ну, не всегда же. Дополнение. Может, Call of Duty Modern Warzone скачаем? Не знаю, я ее, по-моему, скачал, она мне скачана. Она бесплатная. Я знаю. Ты просишь невозможного. В смысле, ты просишь невозможного? Трансформация, чтобы увидеть доступные варианты внешнего вида, принести сюда нужен предмет. Ну, допустим. Так, значит, на Call of Duty. Она в Battle.net есть. Идете. Она в Battle.net есть. Да. Где она есть, чё? Battle.net. Чё такое? Ну вот, от Blizzard'а Battle.net. Трансформация, ремесленник. Это что? А, ну это то, что сейчас сделал. Ничего себе, со мной какая-то штука летает. А что, он нужен мне? Что, можешь скачать? У меня, по-моему, скачано. Не сейчас. Моя жена. А там подвале. Blizzard. Blizzard мне надо качать, да? Угу. Не Бразерс, а Близзард. Я сказал Близзард. Вот, качаешь, у них клиент Battle.net. И все. Прикинь, он меня потянет. А, нет, не потянет. А, не туда смотрел. 675x. У меня практически такая же. 175 гигабайт. Она 85 гигабайт, да, ты её скачешь, она... 85 гигабайт надо будет скачать. Я не помню, я ее докачал или нет просто. Я спать. Зачем? Чего удалить лучше? Не знаю. Тебе и так ничего нету. Танки? Или GTA 5? Ты ни в той, ни в той не играешь. Спокойной ночи. Какой ночи? Шо поду. Ой. Ясно, понятно. Она находится в гробнице моего деда, советника Леорика.
стойкость, на восстановление. Зачем мне это? А я, по-моему, где-то находил. Не помню этого подмастерья где. Сюда мне уже надо. Ничего себе. Такой процессор нужен. Intel Core i3 4340. Блять, надо какой-то процессор. Они помощнее. Но на сокете 1155 или 52, не помню какой-то. Короче, на старый, но помощнее при этом. Они питаются трупами животных и изгнившими останками, которые не привлекают других плотоядных. Как-то мне повстречался 9000 стоит, нет. Который утверждал, что ему удалось приручить одного падальщика, и тот стал приносить ему крупных крыс для пропитания. Уверен, однако, что это пустая выдумка. Бля, вы чё гоните? Блять, не взрывайся. Бойня началась. Бойня. Где ты? Подмастерье кузнеца мертв. Нужно будет сказать об этом Хедригу. Блять, ты что, кто-то орёт? Не могу понять, где и кто. Это, как его? Талочный гоблин. Вот он. Стой, падла. Рано использовать эту способность. Стой, падла. А ты-то чё, куда? Ты чё, почём? Чё-то, ебать, даже у меня такого не было в начале. Чё-то, ебать, какое-то у меня тут мясо. Вот именно на персонажа, которого сейчас я сделал для того, на стриме проходить. Странно даже как-то. На том персонаже играл, так все нормально. Ну, такой бойни нету. А тут что-то ебать прям. Чего у меня тут хуже? Вообще нету. Магический щит крестоносца. Хреново. Так, где я тут был, где не был? Ладно, пойдем сюда. Вот пить, бля, чего их так много внутри? Ну, блять, эта херня за мной летает, и я все думаю, что это кто-то за спиной. На нее отвлекаюсь. Чего вам надо? Помри. Бля, ну тут что-то много как их.
еще падла. Какое обновление? У меня здесь ничего не просили обновлять начали. Ты откуда тут, блядь, появился, красавец? Не, как бы мне прикольно, что вас много. Я опыт получаю за это. Ну, блядь, ходить каждый раз вас убивать и защищать. Может, я одного оставить? Не. Придется. Нет, не надо. Это будет очень жестоко. Мне будет скучно, я буду плакать. Тут что у меня такая жесть происходит? Ебаный, вот ты бы видел. Чё, падла? В ютубе так много. Не. Что-то, по-моему, мне раньше так... раньше не было такого, что их так много. Так, че я? Как по глазам бьется. Так, нет. Мощный. Ну это понятно, тут что у меня есть. О, нахрен всегда себя и ближайших союзников. Так, что мне там? Ну, мне это не надо, да. Тут что у меня? Каждый третий удар с вероятностью. А что тут за руна? Вероятность подбрасывания противника воздуха выше, кроме того, увеличивается. Нет, неинтересно. О!
Да. А че я тут сижу? Ой, че? Пень-колода, пень-колода. Не то нажал. Гера. Гера. Сука, съебался. Да в натуре чего так много? Да, господи. Так, что мне надо? Мне надо. Поделиться ВКонтакте. А, блин. Угу. Так. Блин, потом корону искать в этих трех подземельях. Это откуда тут? Чуили. Да, мне нельзя игры всякие игры. Я просто буду бегать все искать. А по квест, ну, на квест мне будет пофигу. Пока все не зачистишь, пока всю карту не откроешь, пока все подземелья не пройдешь. Зачем я захитался? Без понятия, кто встал. Где ты рычишь? Ты откуда опять тут? Блять, спаунится он. Давай, подходи сюда. Что-то уже потихоньку надоедает это. Все, закончились? Немного тут. Сначала надо вот это все прочекать, посмотреть подземелье, потому что подземелье здесь интересные, можно что-нибудь достать, какую-нибудь вещь прикольную. Почему я не удивлен, что тут есть? Что-то их тут нету. Этих как его? Подземелье, данжи. Появится. О, клиент. Ты-то откуда? Вот обычно из матерей что-то выпадает. Сейчас что-то не выпадает уже. Серьезно. Ой, блин. Я уже не успеваю вас.
X2 к опыту. Его так-то мало здесь не дают. О, сундучок. Да, я думаю, что-нибудь поинтереснее будет. Еще ни одной даже легендарки не было. А у меня, по-моему, На основном. У меня уже, по-моему, есть легендарка какая-то. А может, нету? Не, по-моему, есть. Да-да, есть. Или нет? Что-то я не помню. Ну да ладно. Все равно когда-нибудь надо выпадет. Так. Куда же сходить-то? Ничего нету, да? Блин, она может быть в одной из этих трех. Их три, по-моему, да, ведь, насколько я помню. Не, потом тебе тоже надо будет пройти быстренько. Вот это та, по-моему. Она просто как-то генерируется каким-то образом. Но начинается она, по-моему, одинаково. При генерации. По-моему, да, это она. Или нет? Многих людей, и теперь души этих несчастных выпиют мщение. Неупокоенные топыри готовы растерзать любого, кто вторгнется в их владение, ибо они верят, что человек вернет их в жизни, которые они однажды лишились. Уж 15 успел привет выпить. 5 призраки. Макабры. Че они... А, они стенки выпигают. Да, конечно, взрываются они больно. Угу, это то. С первого раза. Первого раза. Пойдем туда. А там, по-моему, ничего нету тоже. А, не, или есть? Не, что-то есть. Ну, это я помню. Скелетончики влазят. С такой нет. А. Вот так вот, да, значит, поступаете. Ладно, я думаю, сейчас, наверное, корону найдем и пойдем на боковую. А завтра уже, наверное, продолжим. Потому что сколько уже? Полчетвертого время. Конечно, никто не смотрит. Зачем им смотреть в полчетвертого? Ну, у кого-то, наверное, утро уже. Может, утро не смотрит. Но все равно потом еще на YouTube это уйдет. Да и кэсочку можно отправить. А можно вообще так-то? Первая легендарочка. Или не легендарка, это что-то я уже забыл. Куда ты ушел? А я еще даже не трогал ни разу.
Ну, я еще до этого квестку сидел, стримил сколько? Ну, да, там что-то часа, может, 2-3. И сейчас вот еще решил что-то на ночь. Ну так, немножко часик. А так пока... Так пока... Пока что. Час идет, 55 минут. Так, что у меня там с него выпало? Кушак, говно. Шлем. Подожди. А, вот оно. Да, у меня есть две игры, которые мне, по сути, как бы, ну, не нужны. Вот. Я думал их разыграть. Но так как никого нету, смысл мне их разыгрывать. Думал, ну, мало ли, может, кто-нибудь поведется на это. Так придут, зайдут, посмотрят. Ну, вот так там. За 800 рублей игра. Не знаю, что за игра, конечно. Просто выпало с рандом кейса. Ну, корона где-то рядом. На сайте этот за рандом ключ. Вот, и за 350. Тоже непонятно. Да и какие? Никаких пока правил. Народу надо, чтобы народ был. Народу нету. Прикольно, я его это. Чё ж, 10 уровень? Какие штанишки? Неупокоенные сотворены из человеческих останков, погребенных в общих могилах. Так, а чё? А. Скорость продвижения, либо монах уменьшает наносимый... Так, нанося урон противнику, монах... Это, конечно, он бекон. Я не могу придумать ничего лучше, чем спасаться от этих тварей бегством. Думаю, так же поступает и любой другой здравомыслящий человек. Ну, это этот дурацкий. Коты, типа, некроманты. Блин, конечно, то, что я сразу угадал с этой пещеры, блин, ну это вообще не то. Не то. Надо было бы. Чё, опять гоблин алчный? Нет, а кто-то держал. Вы что ли? Да, ну, скелет ржут. Странно, странно. Не, мне кажется, она тут где-то этот гоблин. Ха-ха-ха. Нет, я не позволю тебе вернуть Леорика в мир живых. А, думал, что ты мне его не дашь-то. С легендаркой вообще все просто. Когда находишь легендарку уже. Что тут? О. Но урон меньше. Ну, пофигу. Зато... Это я не одену. Тоже не одену. Так, это я знаю. Нет, это я не хочу. Я сейчас пойду, те два подземелья еще пойду. Куда? Поместиться к ходу, да. Ой.
Тут должно сейчас напасть. Чтобы... А. Хилочка. Да иди ты. Пошути на дроги. О, как значит, да? Сейчас быстренько их тут пройдем. Просто тут может всякое быть. Сундуки, легендарки. Вот, вот это я впервые вижу. Магическая. А, наверное, команда она. Ну не, я бы купил это дополнение, но, блядь, косаря давать за него это, ну. Много. Демоны пожирают собственное потомство. Бесы — это порождение демонов, избежавшие подобной участи. Они собираются в стаи и нападают на неосторожность. За дополнение косаря давать. Чего вам надо от меня? Хотя тут тоже странно. Еще и ты. Еще и вы. Господи, как вас много. Ничего себе. Ну это будет хуже, хуже. И. Что оно делает? 155. А это 200. Каждый третий удар носит 400. А зачем он из этого не совершает размашистые удары, которые носят все нахрешные перед. Каждый третий удар. Друг Жень прикидал скорость передвижения, снижается предписание, скорость атаки на 20 течения. Она зато быстрая. Она зато быстрая атака это. Тут что у нас? Результат на использование урона уменьшается, но 7 урона увеличивается. Берем. Все, да. Ну все, по-моему, вот оно пройдено, да? Ну да, зато оно по радиусу бьет. Тут прикольно. Какая толпа такая бьет? Хоп, хоп. Правда, он слабенький. Капец, слабенький. Ну, интересный. Вы что, прикалываетесь? На каждый что-то будет вылазить. На это тоже? Вот так вот нападаешь, сразу, оп, оп. Оп, оп, оп. Оп. И все. Оп, 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 оп. Легко и просто. Кулечко, кулечко на память. Больше ничего нету. Раз, два, три. Поехали.
Понятно. Все ясно с тобой. Здесь один драйв и прочее. Да. Еще бы ты на русском это все написал, я бы тогда. Тогда б я понял, сейчас я просто тебя не понимаю. О чем ты мне и про что ты мне? Оп-оп-оп-оп. Лишки эти. Пиздец. Я пока не готова. В смысле не готова? Бежим. Где ты? Тоже найтбот у меня сработал. Жим. Булава. Булава. Вместо копья. Ху-ху. Всем капец. Давай. Че ты четверо? Фига вы извращенцы. Фига вы извращенцы. Власть. Власть. Нифига вы. О, опять призраки. Вот и все. Чего вы веселитесь-то? Готово? Я вспомнил. Сейчас я всех побью. Верни мои кости на место, чтобы мы смогли обрести покой. Окей. Сейчас все будет. Да, да, давай, сразу. Толпу всю. А ты что? Давай, всю толпу сразу. Всех. Оп-оп-оп. В смысле духа недостаточно? Так, а пока ты падла. Я тебя? Ты вообще не трогал пальцы. Достижение. Вы серьезно? Так, меч, меч. Хуже, хуже. Это мне не подходит. Ну во, уже как человек, как воин. А вы что тут делаете? А ты что тут? Вы откуда тут взялись, я чувствую. Ладно бы там немножко. У вас что-то тут много.
вас тут много. Давай. Ты самый главный. А, вот кто был самый главный у вас. Такси, такси. А если она сидит, нет, она. Странно. Странно, странно. Все. Да я же не помню. Ну да. А я не помню, где менять ее. Настройки. Нет, на настройках. Я не помню, где менять. Раньше, я помню, можно было время игры менять. И я что-то как-то раньше, когда переключал на хардкор, как-то разницы не особо замечал. Ладно, сейчас выйдем, телепортнемся. Если там можно в менюшке поменять, то поменяю. Подбесите. Да, блин, как вы задолбали убегать, а? Как это сделать? Я не могу ничего сделать. Почему-то. Как мне ее закрыть? Блять, не туда залез. Приятно снова взяться за работу. Готово. Навехонькая. Ладно, сейчас заберу у него. Мне нужно занять чем-то свои мысли. И ковка лопат мне не помогает. Я должен найти новый смысл жизни. Блин, а. Как скажешь. Ты будешь ковать оружие, материалы, которое поможет мне исполнить священный долг. У меня есть другая новость. Твой подмастерье мертв. Вот глупый мальчишка. Всегда готовься к худшему. Все. Продавать. Спасибо, что сообщила. Хуже. Хуже, 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 хуже. Так, меч. Двуручный. Хуже. Двуручный. Хуже. Хуже. По урону лучше, но хуже. Ну. Это понятно, что будет хуже. О. Хотя смысл мне их. О чем мне? О чем мне? О чем мне? О чем мне? Наиболее полезно. Двуручный топор. Давай два таких.
понятно, это сразу разобрать. Да это так-то можно, хотя... У него только стойкость. Но 2% урона... Смысла не вижу. Все сделаем, кроме шлема. Пояс, капюшон. Вот капюшон не нужен будет. И щит. Зачем щит? Все, ломай. Так, так, так. Так. Ну что-то вот это я вообще не помню. Да, давно я не играл. Корона у меня. Где король скелет? Наконец-то. Или Лёрика сейчас пройти и спать пойти. В комнате, где ты спасла меня, и войти в королевские гробницы. Когда найдешь короля скелета, возложи да. Корону. Король скелет причина всех мест. Да не. А, это я помню, это ПВП зона. У тебя что тут есть хорошего? Тут 11% урона. Да хрип. 4%, да. Ладно, ничего не надо. Пойду так. Зарешаю. Тут же... блин, нет, тут сейчас долго ходить. Ну как, относительно. А есть скорость атаки? Атаку. Атак в секунду. 1.61. А ты что тут забыл? Как этот толстячок. Толстячок. Ты в бочке сидел? Нифига себе ты. Что такое? Честно, не помню. Удар грома. Что вы такое? И для чего вы здесь? Я вижу свой путь. У меня уже 12 уровень. Купол, помню. Классная вещь. Купол. Сейчас еще надо этого. Ты что тут один стоишь? Скучаешь. Купол. А, да, я его возьму. Тут что? Давай возьмем тоже. Блин, это песню заново, что ли? Я уж просто не помню, давно не играл. Она просто
Я ее купил, как она только вышла. Долго не играл. Вот, не заходил. Ну там, институт, армия, все дела. И она у меня куда-то пропала. Просто ее просто не стало на аккаунте. И, по-моему, до сезона я так и не доходил что-то. Ну, не играл в это время. Поэтому я не знаю, что это такое. И что там делать? Кого? Кто в руках? Я долго это прохожу все. Я любитель побегать все. Поискать. Посмотреть. Вот. Ты не поверишь, это уже идет полтора часа. А мы только до Леорика дойдем. Я не люблю это. По фасту все быстро проходить. Мне надо зайти в каждую. Он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть. Ну, тогда... Тогда можно. А, блин, завтра. Завтра по МСК. 8 часов, блин. 8 часов. Если только ненадолго зайти. Бля, голос хрип. Просто на работу рано вставать. Завтра. Ну, не завтра, послезавтра. Послезавтра на работу, и поэтому... А куда я не сбегал? Где сбегал? Колечко на палец, колечко. А почему? У меня раньше всегда хватало духа. А сейчас не хватает. Раньше всегда был, блин. А сейчас нету. Это же неинтересно. Здорово. А вы что такое? Ты что такое? Вы же не помните. Вот это я помню, что надо ломать. Чё ты встал? О! А там еще одна легендарка была? Или мне показалось? Нет. Нет, мне не показалось. Мне не показалось. 62. Но она лучше, чем вот это. А это не лучше, чем первое? Нет, не лучше. Бам. Сезон, ты словно музыка. Ты чё там сидишь, а? Дурак. Дурачок. Когда мы вернулись домой после сокрушительного поражения в Вестмарше, горячо любимый мною король полностью потерял рассудок. Он метал громы и молнии и называл нас всех изменниками. Я книгу читал про как раз вот эти вот до предыстории первой, второй, тьфу, предыстории третьей части. Ну, то есть про первую, вторую дьявол. Блин, как фигово-то. Надо что-то попить. Опять ты. Так, туда я не пойду, потому что мне туда надо уже. Тут, блядь, появился. Собрал самых преданных и закаленных.
последователей за Каруссо. Он обучил их пользоваться силой света, подобно паладинам из недавно основанного ордена. Но эти первые крестоносцы постигали такие силы Закарума, о каких паладины и не слышали. Что-то не понял эту книгу. Или забыл уже. Та-там, та-там, та-ра-та-там, там-там. Опять ты. Ну чё такие неугомонные, а? Вот тут будет, по-моему, крестоносец, да? Потом с ним ещё в подвал. Продолжайте ритуал. Дай. Ты чё с одной тычки упал? Кто ты? Скоро узнаешь. Ладно, давай. Скажи, что привело тебя в это проклятое место? Паша звезда. Тогда нам с тобой по пути. А у Паша звезда это у нас кто? Правильно. Не будем говорить, кто это. Мало ли чё? Мало ли что? Всякое бывает. Духу не хватит. Духу не хватит. Духу ей не хватит. Нет, а если будет завтра? Вон твой бронежилет. И убежал. Ну ты, конечно, красава. Я воин из ордена Храмовника. Нет. Если ты ищешь короля скелета, то тебе не удастся избежать встречи с Йондаром. Йондаром. Нам было бы разумно держаться вместе. Да я один все смогу сделать без тебя. Ты мне зачем? Ты мне только как обуза. Надо все сейчас надо Леорика убивать быстро и это на боковую. Капец рубит. Оп, оп, оп. Но я не могу так быстро проходить, мне надо все пробежаться. Везде все посмотреть. Я жажду битвы. Это ты зря. Это ты зря. Да-да. Я так и знал. Где ты? Чё хоть выпало-то? Да, всё бесполезное. Ух ты. А, туда это нет, нам туда уже не надо. Сейчас с этой. Ну, почти выдал. Так, а мы всё прошли, да? А, ну тогда да, пойдем. Чем бы нет. Там ничего нету. Значит, дойдем. Тоже. Наш путь преграждает темная магия. Да ну нафиг. Да я тоже сломать могу так все. Йонда, ты же был храмовником. А стой ты.
Стой. Скорость силы, которым мы служим, все? Ты даже не успел это говорить. Если мы найдем священные тексты моего ордена, то их заберу я. Мне не нужны эти книги. Забирай. А, вы хотите изображать? Так, если вы откажетесь, наемник меня заберет, возможно. Ну, пойдем. Что тут? Хармоник восстанавливает здоровье себе и герою. Когда герой получает урон, хармоник отыкает себе герой. Восстанавливай лучше. Преданность. Когда хармоник атакует противников, или те атакуют его, их... Скорость урона вот это. Так, что я тебе могу дать? А что я тебе могу дать? На... Я могу? Разве свет не должен ее страшить? Не, возьми ты. А, ты не можешь, это, да? Но ведь свет исконный враг зла. Что я тебе еще могу дать? Ну ничего больше не могу дать. Все, обойдись. Ну, если что-нибудь найду, я тебе дам. Не переживай. Нет, у меня же нету его уже. Думал тебе щит дать крестоносца. Но я думаю, он тебе бы тоже не подошел. Классно, мне нравится. Пойдем сюда, что? А, ну... Все. Вопросы решены. В какую сторону идти? Почести своему королю. На похоронах он вдруг восстал из мертвых в виде ужасного демона-скелета. Он сразу же расправился с Гарашем и другими рыцарями. Но я продолжал с ним сражаться. Эх. Эх, 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 эх. А, то есть я тебе могу, да? Достойный выбор. Нет, я тебе не могу дать, да? Я бы тебе и не дал. Слишком уж жирно для тебя. Духа недостаточно. Духа недостаточно. Опять побоище. Опять побоище. Один раз заюзал, и все, и уже гикишечка. Чего вы так долго вылазите? Я уже успел. Ой, еще камбуху набить. Давайте вылазьте. Один. Два. Три. Ты откуда? А, ты откуда? Так, куда идти там? О! Клиентишка. Бэм! В моих руках сила волн!
Кафу, какая? Тихо. Ты же не аватар. Взрывное касание тоже что-то знакомое. Но вспомнить я не могу. Куда только берутся такие твари? Да ну вас нафиг. Все, что? А, все? С него больше ничего не падало? Бой окончен. Да. Ой, все, у меня запас сил кончается. Это что такое? Вот это я не помню, что было. Я взял? Да, я тут все взял. Колдун? На колдуна? На пердуна? Так, я еще могу наверх сходить и дальше. Ну, пойдем сначала наверх. Наверх, а вниз я ходил? Да, нет. Или да? Да. Почему-то я думаю, что мне сюда по квесту, по заданию. Я оказалась сильнее. Не знаю почему, но мне кажется, что мне надо сюда идти. Потом все... Обратно бежать. Это вообще не камильфо. Ух ты, ёпты. Бля. Пакистан взрывается все. Донбасс прям. Че я подобрал? Дали бы хоть что-нибудь нормальное. Поинтереснее. Мощный... А, во. Монах... Монахи не бьют противника, накладывая не эффект лечения. Если здесь погибает, не используется лечение. Она взрывается. А это что? Ну, это типа интереснее будет. Есть на ком проверить? Я пытался сосчитать, скольких мы уже убили. И чё, как? Ну и знаешь, сколько убили? До хера. Ничего, он взорвался. У меня мало духа. Удар грома. Сколько духа она разбила? Двигайте уже. Блин, сейчас бы не заснуть. А, прямо на стриме. Это был бы, конечно, эпик фейл. Не тупые.
нет топыри. Ёпты, сколько у вас тут. А что это вы делаете? И это все? Я жажду настоящей битвы. Я думал, ты про бабки. Типа, там, 35 монет. Это все? Я думаю, нифига себе, ты жадный. Зажравшийся. Только не говорите, что это. Выход. Походу, это выход. Ты же знаешь, кто это? Тур, давай. Тебе ДК для кого рассказывал? В моих руках сила волн. Прям таки сила, да? Все вообще рубит конкретно. Поняли это уже. Тык-тык. О. Ну давайте возьмем. На них поинтереснее как-то. Бля, я вообще рубит конкретно. Ты куда там? Тут что-то должно быть, я же не просто так иду. Сюда. Тут что-то должно быть прямо. Уф. Ага, пока только вижу, я пиздец. Что тут? Ух. Меткий удар. И вот я брожу здесь, проклятый своим некогда любимым королем. Тьма вгрызается в мои кости. Если я вернусь в родной Тристрам, то подвергну его ужасной опасности. Так, куда она? Только наверх, да? Что сокрыто во мне. Еще. Могут вырваться наружу. Я должен спуститься вглубь по такому и умереть в одиночестве. Вот я не вижу, тут вот либо конец, либо новая дверь. Хм. Как проходы отличаются? Просто, да? Ладно, пойдем наверх. Я, может, сейчас по кругу так выйду. А может, пар добой. Как обычно. Нифига себе. Вылазь. Что это? Понятно. Ну, прикольно. А тут что у нас? Каждый тебя замажет противника. Мне интересно. Замораживает, поджигает. Вот это вот, да. Давай так убежает. Так, что это подвал? Это шипастый кулак. Ты видишь, конечно, не будет.
А книжек что не будет? Сдохни. Сдохлик. Сдохлик. Чего мне еще осталось? Куда? Да. Туда. О, куда же без вас-то? Да. А в ногах тогда чё? Как страшно. Хм. Мы пришли тот же собор, как и предыдущий, где я этого освобождал. Ну да, ну да. Сейчас кто-нибудь вылезет. Ой, невообразимое богатство. Я тебя умоляю. О, панталоны зато лучше. Это мы куда-то выходим. Неужели это туда, куда я думал? Да. Мочи мелких. Ну пойдем вниз. Все, у нас выбора нет. Все опять тут. Не скончит. И вылезли из двух. Так, а что все получается? Это я все прошел. Как ты взялся? Так. Так, 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 так. Так, тут что у нас? Свистка вижу. Эх, нет. Да. О. Давай надо быстрее. Да Лёлька это выйти. Тут, по-моему, тоже не все это. Очень далеко пойти. Там далеко-далеко. Власть. А может нет? Нет, я понял, что там колонны уничтожать. Сейчас посмотрим. Да, вот. Не подходите к нему. Это должен сделать я. Почему ты? Мы только что прибыли в Тристрам. Должен признаться, я несколько разочарован. В этой глуши только крестьяне до развалины древнего монастыря. Королю Хандараса не подобает жить в таком месте. Мне совершенно непонятны мотивы Лазаря, так рьяно настаивавшего на том, чтобы перенести столицу в этот город. А все потому, что Лазарь в Одессе мечерных чар.
И он вас всех наебал. Легко. Тебе конец, отродье тьмы. Оп, 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 оп. Минус. Минус. Свизи. Пока вы стоите, я уже уничтожил все. А вы боялись. Пшли. Надирать жопу. Жопу надирать. Давай быстрее заходи, ищи куда-нибудь. Сейчас какая-нибудь тут поебода выглядит. 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 О, у меня уже все колбасит по полной. Власть. Значит, могу нести еще больше. Значит, мне сюда. У меня уже все. Все? Но это лучше, чем будет. Нет, не пойду туда. Сначала сюда. Сперва сюда. А тут ничего нету. Неудивительно. Ну тогда пойдем сюда. Вот это уже все, по-моему. Сейчас уже короля Леорика. Меня никому не победить. Взял лесенку, сломал. Это серьезно. Так, тут ничего нету. Ничего нету. Ничего нету. Тут ничего нету. Вот нету. Окей. Ну все. Короче, скелет. Не. Давай. 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 Все вызываем. Жизнь тысяч хп, ты что, прикалываешься? Даешь. Мне и так тяжело. Да серьезно?
Сокорумские первосвященники из Кураста провозгласили Леорика королем Хандараса. Угу. Он был прекрасным правителем до тех пор, пока Диабло не лишил его рассудка. Леорик погиб от руки своего преданного рыцаря Лахданана. Впоследствии Диабло воскресил Леорика из мертвых в облике короля скелета, но его убил Айден, родной сын монарха. Да вы чё, пить корону. Шесть урона. Я не смогу нести так много. Ну все, значит. Уходим. Вот и кратер. И кратер. Это ты упал с неба? Я не верю, что все зло в этих землях исходит от тебя. Я помню падение. Я тебе не враг. Кажется, да. Чтобы предупредить вас. Да? Тьма. Ну все, пойдем. Пойдем. Телепорт. Долгий путь, которому я следовала по воле богов, привел меня к истине. Теперь я знаю, что с неба упал человек, а не звезда. Он не помнит ни кто он, ни откуда. Возможно, правда откроется Декарду. Опа. Так, сперва тебе ремесло. Потянуть. Все. Теперь разобрать. Вот что с этими делать? Ну да, разбирай. Да. Офигеть, любого самосвета. Тоже, да. Изготовить. Магический меч, одноручный. Давай два. Лучше? Хуже. Лучше? Хуже. Тоже разобрать. Тут что? Кольчуга. А мы что делали? Щит мы делали. Корону не надо. Это мы тоже делали. 9. Давай сделать. Ну что они поменялись, они же это хуже. Можно одеть. Хуже. Что для воина мусор? Один человек не пережил бы такого падения. Кто ты? Что ты за существо? Я не помню. Кажется, я воин. Я нес ужасные вести, но не могу вспомнить, какие. От твоего
известие может зависеть, выживем мы. Спасибо. Только она мне не нужна. Мы ее сразу разбили. Расскажи мне, что ты помнишь, незнакомец. Постарайся ничего не упустить. Падение. Огонь. Меч на бок. Нам совершенно необходимо их найти. Слоногие в полях словно с ума посходили. Может ли... Ну да. После падения звезды... Козлоногие мне не страшны. Дик, теперь знаешь, что мне надо? Мне надо ремесло, обучение, третий уровень. Ну, это нормально. Тогда ищи кузнеца. Милый Хедрик, не отчаивайся, любимый. Ты сделал все, что мог. Я не могу описать словами то счастье, что мне довелось испытать с тобой. Но мы беспомощны перед волей судьбы. Ты должен быть сильным, чтобы покончить со злом, нахлынувшим на наш мир. Найди свой путь. Вот мое последнее желание. Да? Твоя навеки. Мир. Мир. Ничего нет, ладно, давайте сейчас быстренько пойдем по этим торговцам. А, у меня что-то еще шмотки есть, я вспомнил. Хуже, хуже. А когда водитель находится не менее 3 противника, он выпускает вонючее облако. Давай их оденем. Это что? Это я разберу. Это я разберу. Все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Куда бы ты ни шел. Знаешь истинную цену моих товаров, а не Да. Жопа, жопа, жопа. Все это фигово, скажу я тебе. О. Сапоги. Вай-8, 6-2. Пояс. Сапоги. Ну давай. Не. И. Что-то есть у меня новое? Крылья нету. Это я сделал, это я сделал. А что потом издают? Полезное создание, которое следует за вами, но не вступают в бой и не могут погибнуть. В чем тогда полезность? Странно. Странно. У меня, я, конечно, иногда торгую с подозрительными типами. Но все, что остается, показываю тебе. Угу. Конечно. Мусор свой тут показывает. Единиц опыта по любви, к интеллекту, уменьшение времени, восстановление всех умений. Конечно, вот это возьму. И вот это. Все. Капец, какая красавица. Ёперный театр. Таким типа. Или я не то сделал? Так, настройки игры. Изменить. Давай эксперт поставим. Компания, порталы, эксперт изменить. Открытая игра, частная игра. Метку убийства мод. Сохранить, закрыть. Так. Ну чё?
Чё? Спать надо идти, поздно уже все. Все не так. Хорошо постримили. Все, порадовались, посмотрели, повеселились, поугорали, поорали. Игру, значит, потом разыграем. Когда-нибудь. Ладно, всем пока-пока.